Так, давайте вместе смотреть покупки. Значит, здесь у нас лампа для ногтей. Там такая голубенькая. Вот. Здесь маслица для ногтей. База с топом. Уно. Здесь у нас вот такой вот лак. Синенький. Еще красненький я взяла. Здесь стразики вот такие. Дальше. Здесь у нас пилочки. Это бафы. Здесь их два. Кисточка. Здесь, по-моему, все. И здесь продукты, мы зашли в спар, никогда там еще не были. Хлеб, масло, еще один хлеб. Взяли еще два волкопоповых козела. И вот такой вот наполнитель для кошачьего лотка. В принципе, все покупки. А, и у Дамира еще вот эта чесалка. Я ее уже показывала вам.